Привет, меня зовут Макс, я занимаюсь маркетингом уже более 10 лет, и я успел поработать с Тони Робинс, Аят Шабудинов, Радислав Гандапас, артисты Black Star, конференции в Сколково и более 100 компаний из различных ниш. И за эти 10 лет я сформировал большой опыт, которым бы я хотел поделиться в моей первой книге, которую я назвал «Борьба за внимание». Я очень люблю читать, и я заметил одну интересную вещь, что 90% книг, они, ни о чем. То есть там люди делятся просто какими-то моментами, которые актуальны сейчас, но через год они уже не будут работать. Поэтому я бы хотел сделать поистине интересную книгу, написать книгу исследования, которую можно будет читать и через год, и через два, и это будет фундаментальная книга, такие как Малкольм Гладуэлл писал, либо Чилдини. Поэтому, если тебе актуально изучение маркетинга, если ты хочешь поддержать меня в этом нелегком деле, как написание и издание моей первой книги, я буду очень тебе благодарен, если ты поддержишь меня финансово. Давайте делать качественный продукт.